раз приоритетно, поэтому и путь Ярмака. Макс, а кто стоял у истоков этого проекта? У истоков этого проекта стояло два человека, это я и интересный ученый, путешественник, психолог из города Омск Александр Николаевич Удалов. Вот, как-то с Александром мы встретились сначала в Кургане, он был проездом. Самое интересное, что можно сказать об этом человеке, он недавно совершил кругосветное путешествие автостопом, то он сделал, из Омска выехал, через полтора года вернулся также в Омск. И вот как-то он ехал через Курган, мы поговорили об еще одном интересном туристическом проекте. На данный момент это самый известный туристический маршрут в мире, называется «Путь Сантьяго». Этот маршрут проходит по Испании, составляет 800 километров. И, например, в 2017 году маршрут преодолело 300 тысяч человек. То есть, представляете, почти каждый день стартовало по 1000 человек. Соответственно, при повторной встрече в Москве мы с Александром задались целью сделать российский аналог подобного маршрута. Думали, где бы его проложить. И решили, что вот как раз-таки Урал и Западная Сибирь не настолько избалованы вниманием путешественников, туристов, и мы решили проложить его здесь, из Перми, через Курган и до Омска. Вот, соответственно, у нас сложился такой маршрут, который составляет 1400 километров, и маршрут разделен равномерно на 45 пунктов через примерно 30-40 километров друг от друга. То есть первое преодоление маршрута в июле мы совершим на автомобилях, мотоциклах и велосипедах, а далее предполагается, что основным способом прохождения маршрута будет пеший способ. То есть путешественники смогут преодолеть весь маршрут за 45 дней. Вот так.